Один удар свет, один удар тьма. Дело в том, что сетчатка, как экран осциллографа, засвечивается. И если сигнала нет, веки закрыты, то сетчатка не получает энергию фотонов. В это время у нее отдых. Поэтому, если вы будете на секунду открывать, на секунду закрывать в течение дня, то глаза у вас совершенно не устанут, и вы будете воспринимать мир таким, каким он является. То есть один глаз не мешает другому. Глаза расслабляются, и каждый видит по-своему, и потом складывает свою картинку. Сначала в левой половине мозга, а потом и в правой, куда он отправляется на долгое хранение. Я сейчас сделаю это упражнение, смысл которого в том, чтобы глазодвигательные мышцы как можно чаще работали и восстанавливали свою силу. Как говорится, от работы пила раскалилась до бела. Если вы гантельками качаете бицепсы, то они так и будут качаться. Так же и глазодвигательные мышцы. Если человек крестится очень много, то он сохраняет зрение. Это вложил в свое учение Иисус из Назарета. Человек смотрит за пальцами, у него все время меняется картинка и работают глазодвигательные мышцы. Почему лежа? Еще раз объясню. Больше сопротивления приходится человеку при вдохе. Приходится напрягать диафрагму, чтобы вдохнуть. Потому что лежит человек на животе, а диафрагмальное дыхание заключается в том, что опустить как можно ниже диафрагму, несмотря на то, что живот ему ей воспрепятствует. А потом самопроизвольный выдох. Таким образом, спать на животе очень даже полезно. Даже коронавирус, герой России, главный врач коммунарки, побеждает, если страдающий коронавирусом человек лежит, дышит на животе. Об этом есть у меня видео, ну и в интернете тоже. А сейчас я включу метроном и буду в середине глаза закрывать, а по сторонам открывать через одну секунду. Полное дыхание йогов. Вдох 8 ударов сердца. Выдох 8 ударов сердца. На каждый удар сердца я то открываю, то закрываю глаза. По сторонам, влево, вверх и вправо открываю, в середине закрываю. При этом громко пою мантры для того, чтобы лучше качать кровь. А теперь для православных спою молитву на вдохе и на выдохе. Господи,
Мантру вы можете петь любую, но все они поются на 8 ударов сердца. Я провел такую статистику и об этом написал уже с десяток лет назад в своей книге «Алгоритм гармонии», которую вы можете скачать и прочитать. И узнаете, как надо ходить и петь при этом молитву и мантру, и выздоравливать. С вами был Николай Полыга. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки, и мы будем с вами заниматься и вашим, и нашим здоровьем.